Это целая эпоха, это целая, можно сказать, история, потому что, ну, Дербенев и Зацепин написали практически, ну, вот всю летопись наших самых известных песен. Это и «Бриллиантовая рука», и «Есть только миг в этом мире бушующем», это и все песни практически Аллы Пугачевой и многих других артистов. Я очень рад, вот, что со мной вместе работает вот, Анастасия Матусевич, которая тоже может пару слов сказать. Ну, я присоединяюсь к Евгению полностью. Это действительно для нас большая честь принять участие в таком замечательном большом концерте, исполнить такие прекрасные, великие песни, на мой взгляд. То Евгений назвал уже песню, есть одна песня «Есть только миг между прошлым и будущим». Это просто великая песня. Для меня она несет очень большой смысл вообще по жизни. Вот.